Феликс. А. Спецсвязь надо мне твоя. Ты чё решил послушать? Подожди. Тут мемы, блядь, пришли. Я забыл, Олечка, что у тебя второй экран есть. Короче, ты пока мемы смотришь, я сейчас отойду. Какое мероприятие, гражданочек? ГВ. Знаешь, ГВ? Такое? Да. Ага. Посмотри ГВ. Мне, пожалуйста, часики глянь. Ага. Даже если у вас ГВ, я могу вас в любом случае задерживать, гражданочка. Значит, ой, найду на вас на печатке. А, еще гражданочку, значит. В ходе обыска я найду очень много нелегального. Броня Марабунта. Какие-то свёрстки. Какие-то 7,62 калибра. 205 штук. Моё! Значит, найду паспорт у гражданки в правом кармане. Значит, сатаника Мансон. Ага, значит. Ну что, гражданка. Инкримирую вам случай 12-7, гражданочка. Хранение... Мемы закончились? Да. И как, смешные хотя бы? Ну, забавные, забавные. Допустим. Ну, не убивать же ты ее собрался? Нет. Напряжённенько.
Премия Батя года достается Женьке. Делать. Обойдешься. А можно таблеточку? Гражданин, стойте! Стоять, гражданин! Почему вы обижаете вас? За что? Ваш гражданчик, я лично другим федеральным бюро на штате военное положение. Значит, надену латексные перчатки. Ага. Нелегально у вас нету. Да. Бронежилет сними. У меня нет никого броника. Уверен? Ну, у меня ничего нету. А, ну ладно, все хорошо, извините. Да, ошибся, ошибочка. Спасибо. Ты что, можешь таблеточку?